Всем привет! О погоде на 30 октября субботы расскажу вам я, Ирина Торопова. Пасмурную погоду обещают на территории Кировской области в эту субботу. Плюс 7 градусов ожидают в Советских Полянах. На градус ниже будет в Лузе, Нолинске и Уржуме. Плюс 5 градусов ожидается в Слободском. В Кирове в субботу обещают небольшой дождь. Днем плюс 6, плюс 7 градусов тепла, ночью плюс 6. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Световой день будет длиться 9 часов 5 минут. Луна будет убывать. Это был прогноз погоды на субботу, 30 октября. Всем пока!